Кипер, по-моему, тоже потом. Надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричен. Не надо подкаст. Хорошо. Аут. Отлично сыграно, надо решать. Пас в разрез очень точно. Ха-ха. Хорош. Давайте. Внимательно. По игроку разберите, вот вы стоите вчетвером. Зачем? Тихо, Данечек. Ой, блядь, хорош. Хорош. Пока неплохо. Ой, Андрюхи, блядь. На грани офсайда была. Нормально, хорошо. Правильно, я в центр выходим. Собали. Все, Леха, сдай, дай. Хорош. Распасовочка. Хорошо. Ой-ой-ой, я засыхан. А где? Я не открылся. Как следует. Опасная передача. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Для силы, короче, защитник тут хорошо поработал, выиграл аут. Мяч брошен, не хотят терять 3 секунды. Хорошо. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Блять. Это может быть опасно. Ой, ну, и как опасно пробил. Он... Не бросайтесь так. Давай вы влево от себя, туда сейчас я подойду, там вот он. Антох, ну загоняй. Бля, ну ладно. Не-не-не-не-не. Двигай, хорош. Хорош. Матюди. Это может быть опасно. Хорошо. Бля, я не ждал. Я не ждал. Бей. Хорош. Да. Давай, Сома. Лёха, ещё сарахуй, ага. Хорош. Хорош. Торрес Санс. Оп. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорош, Санс. Ещё бы её не перехватить. Хорош. Лево. Ой, хорош. Давай. Ой, хорош. После этого навеса защитник сыграл увереннее. Еще, Лёха, еще. Два в центре, внимательно. Отлично. Лево. Ой, перебрал немножко. Потерял он мяч, но кому он достанется? Сайт, блядь. Чуть-чуть игры, свободно. Я просто думал, налево наш. Хорошо, да. Догонит. Лёха, собственник, не убегай, да, вперёд. Вперёд. Больно всегда будет. На моей позиции, как же. Да. Чё, в центр тогда? Давай. Неплохо, хороший пас получился. Давай, Райан. О, хорошо. Замечательно. Солнце. Хоть в штангу не вошел, бля, ёпта. Голову втащил, блядь, я гол не забил. Пускай это... Ой, замечательно. Все, чуваки, пальцы.
Я дам. Так, не ослабляемся, главное сами. Хорошо. Хорошо. Отлично. Есть. Вторик. Нормально, не надо так сюда. Да-да. Короче, снайпер найс. Ну, при возможности. Вань, ты бежишь? Хорош. Защита справляется. Лёх, хорош. Вообще красавчик. Бля, заебись. Бля, давал на 8. Нормально. Он вообще пнул, блядь, за кило. Блядь, трек разыгрывает, не торопитесь разыгрывать. Пускай подойдет сначала. Бросил сразу, как только мяч попал к нему в руки. Ой, хорош. Отобрали мяч у соперника. Хорошо. Можно начинать свою атаку. Ой, замечательно как. Ой, блядь. Лупи, Андрюша! Охуенно. Это вложил, блядь. Сын, в самую девичную. Здорово сохранил игрок концентрацию. Надо было, блин, на 38-й. 18-й есть, 28-й есть, там было. Блядь, хорошо. Страхуешься. Может получиться интересно. Не ослабляешь. Хорош. Играйся. Ага. Хорошо. Хорошо. Браво. Блядь. Почти не прочел. Ой, хорошо. Хорош. Дисоза Филип. Все верно, края надо чаще задействовать. Хорош. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорош. Отлично, отлично. Все, все назад. Давайте по игроку. Блядь, что мне налево закидывай? На штангу не надо ставить? Не. Я не в коле. Лёх, надо того дальнего держи. Видимо, вообще разыгрывать будут. Хотя, хрен его знает. Хорош. Ой, хорош. Да. КФАшники вперед. Ой, бля. Хорош. Нихуя. Давайте, четвертый. Хорош. И в разрез, шикарно! Эх. Катает мяч перед чужой штрафной, ударище... Ёха, блядь. Навалились, блядь. Толпой одолели. Чё? Блин, переудар этой головы. Он в духе. Результативный зашкаливает. Не бегите вперед, там в защите подбрать, не играть. Лёха отборчики поправь. Только без подката. Тоже пропускаешь игру. А менять пока некем. В смысле пропускаешь? Тут что, карточки учитываются? Что? Да. Красный. Не прикольно. Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим. Хорошо. Хорош. Оп. Назад. Хорош. Хорош. Такие передачи раньше. Отлично. Разрывают оборону соперника. Ой, Андрюша. Сыграно, жаль, мяч. Ой, хорош. Это явный пол. Не торопитесь, разыграем как-нибудь. Это... Андрюх Мащер ЛПК? Встаньте один перед стенкой, нет, это товарищеский кубок. Антох туда в край, да. И вот между ботом и вот эту, в эту зону забежишь. Понял, да, о чем я говорю? Ага, нормально. Тут правильно. Хорош. Ой, хорош. Есть варианты, куда сделать пас.
Глупи, бля. Еще. Право, право. Хорош, Лех. Давай в касание. Блять, поздно. Пока неплохо. Хорош. Давай на навес хули. Ой, замечательно. Блять, если бы... Нет, все нормально. Все нормально. Ну, знаешь, давай пока не будем торопиться. Хорош, Лех. Нет, не на меня. Опасно. Теперь можно начинать свою атаку. Ой, хорош. Это может быть опасная атака. Хорош. Хорош. Ой, замечательно. Иди. Блядь, Джонни, еще не прошло. Я хотел отскочить назад, блядь. Хорош. Ну да. Надо было еще протащить. Там у тебя бот был, он был... Да ты так тоже бежал, блин, и... Напрашивался. Я тебе говорю, тащи. Я отговаривать начал, блядь, я уже как-то... Так водить мяч в игру нельзя. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрят. Атака продолжится через фланг. Атака прервана, мяч летел куда-то... Нормально, ты правильно делал. Подворачивался там, Ванька подхватил. А? Тут ой, хорош. Получится. Долго держит мяч команда, но пора как-то... Ой, хорош. Бля, хуя, там не было штрафного или что там было? Хорош, Лёх. Мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорош. Нормально. Ой, блядь. Ой-ой-ой, какой неприятный был. Штанга, подруга, блядь. Право, почему так пролез? Мяч летит в сторону. Очень смещаешь. Сам вперед бегает для меня. Ой, хорош. Ой, да. Ну, неплохо действует игрок, мяч отобран, что дальше. Хорош. Это может быть опасно. Жми. Отлично. Опасно. Хорош. Здорово сыграл игрок, обороняется. Просто ничтожно. Отлично. Блядь. Нихуя. Попроще. Внезапно. За основном времени матча. Хорош. Ой-ой-ой-ой. Сега Спартак зарядил. Накрывайте! Фланг. Это может давай. Быть опасно. Надо к тебе. Красиво сыграно, как эффектно. Команда готовится подать угловую. Давай, Жень, нам ближе. Я что? На ближе, как меня подавал так же. Блять. Азар. Какой переплан? Да его отлично сыграно, надо решать. Ой, хорош. Ой, хорош, нихуя. Да дай нахуй, хуй ты принимаешь? Год, блядь. Великолепно исполненный пас в разрез. Вот это... Ой, стиль смола. Я наскочу в углову. Один ЦЗшник дальний, а другой ближний. Опять что ли? Давай, ладно. Блядь, парни, я не знаю, я вот... Лёха Цопник. Прошу пониже играть на подборах. Поиграй, пожалуйста. Ой, забивай. Ещё раз. Блядь. Хорошо. Опасно! Куда? Ой, бля, да что ж такое-то, ёпта. Такие моменты. Лучше бы уж гол. Хорош. Чё-то я, блядь, зря ломанулся. Там мог бы, блядь, отскок на меня сыграть. И сразу зону свою. Хорош. Хорош. Чё-то играет. Нормально. Вот так даже лучше, наверное, получилось. Как зарядить, а
Становочка. Опа! Тонко, но сука. Ага. Наш, не наш. Где тонко там рвется, знаешь? А вот что, что мы делаем? Ой, хорош. Ебать ты. Блин. Я не видел край экрана, что там происходило. Я видел, наш побежал. Ой, блядь, чувак. Игол, че себя? Пизду, блядь. Давай корл там бежал. Ну или там наоборот, КРС. Сопник чуть пониже на подбой. Боже, ЦПшники на штрафной на подбой. Не надо забивать гол. Надо 2 по 4 сделать. Так, отлично. Лево, лево, лево. А. Ну видите? Мало значит. Выбрасывай. Ты мужики. Мы только зону открываем. Да вообще в подкастах старается не играть. Не хотел, ой, блядь, нихуя. Как бы уже, если там крайний случай, ну, такой, чтобы он на желтую был. Ну, не на красный. Поиграть возьмите. 3 минуты будет там. Мяч словно приклеился к тебе. Дженчик, лево, лево, лево. Да там народу везде дохуя. Это может быть опасно. Ой, сколько вас? Сам. Блять, казните их наконец уже. С кем радуешь? С воображаемым другом. О, КГУП. Что там? Серьезные товарищи, да? Зэм. Хорош. Обратно. Все, нахер, парни. Эх, не дали, бля. Все, ну ладно. Сегодня все. Ой, вообще новости, какие радостные идут. Ой, бля. Что ж ты творишь, да? Лёг, сними скрин, пожалуйста. Хуя, все по 9. Сейчас, блин, а я что-то там плохо слышал. А что это за игра сейчас была? Это, турнир. Ну, как это предсезонный турнир, бывает в этом. А-а-а.